Ребятки, буду вскрывать следующую посылочку, которая подписана как XDOT6607USB. Я даже не знаю, что это такое, мне легче открыть и узнать. Чтобы не повредить. XDOT... Ага. Ой, ребятки, это классная вещичка. Это классная вещь, я купил ее на распродаже для себя. Это будет для меня. Это Bluetooth передатчик аудио. Мой сломался, короче, я вот эту USB-шку вот. В общем, суть такова. Надо колоночку, сейчас покажу, короче. Короче, есть вот у меня колонка. Вот это Bluetooth. Вот колонка там уже включена. Вот, и мне надо просто сделать ее Bluetooth колонкой. Не надо никаких модулей, ничего. Просто вот так сделали. Да, вот так. Что-то он там сказал. Я был не готов подключаться. Сейчас зайдем в Bluetooth. Так, доступно для подключенных видимость. Так, поиск устройств. Сейчас. Ну там, короче, это я взял по-быстренькому, чтобы вот этот пауэрбанк вообще, но в ту колонку будет. Там еще один входик будет. Так, что-то. А, вот. VET M1. Не удалось подключиться, так как введен неправильный пин. Соединение. Подключено. О. Слышите? У меня там, правда, рычажок вылетел, чтобы регулировать музыку. Ну, сейчас, смотрите, с телефона. Музыка. Paired. Ой. Давайте, я не знаю, like your. То есть видите, без всякого играет телефон с телефона музыка. У меня так на домашнюю систему было сделано, очень классная вещичка. В общем, кто заинтересовался, стоит она около там $6. Ну, хорошая, у хорошего продавца около $6. В общем, ребята, всем, кому нужна такая штучка, обращайтесь, вступайте в нашу группу. Всем спасибо за просмотр. Пока.